Ну что? Дубль 50. Меня зовут Татьяна. Я работающая мама четверых детей. Моему младшему ребенку на днях исполнилось 8 месяцев. И я хочу поделиться с вами своим открытием. Открытием Fly Mama. Я уже не помню, каким образом я оказалась подписана на рассылки сайта Fly Mama. Мне на почту приходит вообще масса всяких рассылок. И по бизнесу, и по развитию детей, и по личностному росту. Но вот именно рассылки от сайта Fly Mama оказались созвучны моему сердцу и смогли улучшить мою жизнь к лучшему. Я могу сказать, что информация, содержащаяся вот в этих рассылках, она оказывалась всегда вовремя, всегда к месту. И когда, например, были трудности во взаимоотношениях с мужем и детьми, Fly Mama подсказала мне: оставь все свои самые срочные дела, успевай любить своих близких, это главное. И действительно, когда мы стали проводить вместе больше времени, атмосфера в нашей семье, она гармонизировалась. А прошло какое-то время, я решила начать развитие бизнеса в интернете. И Fly Mama снова пришла на помощь. Это была ее статья «Инфобизнес для мам» и пошаговое руководство к действию, а также предложение о сотрудничестве с Fly Mama. Еще перед самым Новым годом я в очередной раз решила взять свою жизнь в свои руки и начать планировать, ставить цели, достигать их. И Fly Mama снова пригласила меня сделать это вместе с ней. Так я стала участницей тренинга по планированию предстоящего года. Во время тренинга Светлана оказывала поддержку, а также давала очень четкие пошаговые инструкции, которые помогли мне не только осознать мои цели, но и расписать действия для их достижения. И вот я не знаю, чудеса это или нет, но планы, расписанные на бумаге, они притворяются в жизнь, вот уже сейчас. Я себя чувствую как в таком большом скоростном поезде, который несется, набирая обороты, и мне это нравится. Я за свою жизнь прошла много всяких тренингов личностного роста. И мне кажется, что отличие Fly Mama в том, что он направлен на развитие благополучия всей семьи в целом, включая мужа и детей, а не только на развитие одной лишь мамы. Светлана говорит: наполни любовью себя, и ты сможешь дать эту любовь детям и мужу, а они, в свою очередь, вернут эту любовь тебе. А когда в семье мир и любовь, появляются силы на свершение самых грандиозных проектов, на достижение самых смелых своих мечтаний. Тогда и море по колено, и горы по плечо. Так что успевайте любить, а Fly Mama вам в этом поможет.